Неработающих должников выселили из арендного жилья. Их задолженность за коммунальные услуги достигла 4000 рублей. Выселение должников из квартир – это всегда крайняя мера, но судебные тяжбы по этому поводу – не редкость для нашего города. 25 мая в Сморгоне из арендного жилья по улице Юбилейная, 16, выселили жильцов. Сегодня здесь будет происходить выселение из арендного жилья Государственного жилищного фонда в связи с образованием задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Указанные граждане последний раз оплачивали коммунальные услуги в октябре-ноябре 2018 года. За долгие годы неуплаты задолженность квартиросъемщиков достигла 4000 рублей. Граждан, зарегистрированных в квартире, выселили по решению суда без предоставления им другого жилого помещения. В квартире зарегистрированы проживают мать и сын, все совершеннолетние, оба нигде не работают. Сын периодически отбывает наказание в местах решения суда. В данной квартире отключены все жилищно-коммунальные услуги. Однако люди продолжали здесь жить, а пеня за неуплату – расти. Ее размер составил 2500 белорусских рублей. К сожалению, бывают такие ситуации, что приходится принудительно выселять должников, то есть сопровождается руганью, скандалом. Иногда приходится выбрасывать вещи, передавать на хранение там, представителю ЖС, принудительно менять замки. Но сегодня все обошлось спокойно, должники выселились, можно сказать, добровольно. Добровольно отдали ключи представителю ЖС. Вот. И в дальнейшем уже это жилье будет передано кому-то как арендное. Вот. Но, опять же, выселение их не освобождает от того, что от обязанности уплатить задолженность. Задолженность останется, пеня останется, то есть они у нас как были должниками, так они и останутся. Жильцы добровольно передали ключи от квартиры работнику ЖРСа. После ремонта это арендное жилье будет предоставлено людям, которые в нем нуждаются.